Всем привет, друзья, канал Масалим. В работе у нас Hyundai AX35, делаем шумоизоляцию. Видите, салон разобрали. Сейчас подготавливаем поверхность. Ну, краткий обзор по штатной шумоизоляции. Задние двери, видите, голые, ни одного куска не проклеено. Пол, ну, пол как во многих машинах, более-менее пролили вибропластом. Потолок голый. Смотрим, что у нас в багажнике. Крылья с правой стороны, видите, полоски более-менее, ну, пролили для галочки. Слева голые арки, вообще ни одного куска вибро не пролили. Это одни из самых шумных мест. Ну, также пару кусков пролили на пол в багажнике. Все, сейчас приступаем все это дело исправлять. Заканчиваем, вернее, работы по проклейке крыши. Видите, первый слой вибропластом прокатали. Вот. И второй слой приступили клеить. Уже, вернее, заканчиваем шумопоглотитель. Сейчас доклеим одну полосу шумопоглотителя и будем собирать. Смотрим дальше. Закончили клеить первый слой вибропласта на автомобиле Hyundai AX35. Показывает, что у нас получилось. Так, проклеено дверь. Видите, все проклеили сплошным слоем. Все тщательно прокатали валиком. Также проклеили пол в салоне. Видите, тоже все нанесли сплошным ковром. Также прокатали валиком. По правую сторону, вернее, по левую двери проклеили уже вторым слоем шумпоглотитель. Это у нас шумпоглотитель. Называется он Сплен. Ну, посмотрим, как проклеили первым слоем багажник. Видите, пол багажника. Арки проклеены усиленным материалом. Так, видите, крылья тоже все сплошняком проклеены. Все, приступаем клеить второй слой. Закончили клеить шумоизоляцию автомобиля Hyundai AX35. Покажу, что у нас получилось. Так, проклеен пол, двери. Видите, что все проклеено сплошным слоем. Сейчас в следующем видео покажу вам, как проклеен багажник. Будем собирать салон. Закончили собирать салон автомобиля Hyundai AX35. Как видите, все детали интерьера стоят на своих местах. Никаких повреждений мы не оставляем. Наша сборка не уступает заводской. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.